Сергей Шиманский, главный тренер СФГУ. Хорошо начали, во втором тайме в итоге проиграли. Что случилось с командой? Да ничего, если... Мы знаем причину, почему так случилось. Я после третьей игры скажу, почему так произошло. Поэтому еще две игры у нас впереди, соперники тоже где-то слушают. Почему так, не скажу, промолчу, если... Сила у команды есть. Буквально недавно закончили турнир в Чебоксарах, домой не возвращались, приехали сразу в Москву. Как вообще готовиться к такому? Ну, физически тяжело, конечно. Тут... Поэтому где-то не хватает силенок, не хватает. Ну, ничего страшного. Тут на первый план становится уже характер. Поэтому такие игры где-то и полезны в таком плане. Поэтому соперник достойный. Поэтому сегодня вот эта цена ошибки, она сегодня принесла тот результат, который сегодня есть. Соперник забил за счет нашей одной ошибки. А так я считаю, что игра сегодня равная, ничейная. Поэтому мне не в чем ребят упрекнуть. Они старались, хотели. Но да, силы, они не безграничные. Психологически команда восстановится после пропущенного решающего автогола? Да не, все будет хорошо. Я не думаю, что будут какие-то проблемы. Ничего, завтра мы будем играть. Не будем биться, а будем играть в тот футбол, который мы хотим. Да, немножко больше контролируя, потому что немножко сегодня этот аспект не получился у нас. Хотя хорошо развивали атаки, хорошо забили первый гол, были предпосылки еще забить. Ну, ничего, это футбол, который этим и интересен, что ошибка очень много значит. Вы сыграли с двумя лидерами, и с Ростовом, и с Санкт-Петербургом. Как считаете, какая команда больше вам понравилась как соперник? Да я не хочу анализировать. Мы играли с одной и с другой командой. Я бы даже больше сказал, что все команды все одинаковые по силе. Вот если честно, там первые и 13 команды все равные. Кому больше повезет, кому меньше, это уже футбол. Кто как настроен, кто как подбор игроков, опять же, и травмы и так далее, это все влияет на результат. Поэтому не хочу сравнивать. Все скажу, что все команды равные и все бьются за результат. Вот это. Спасибо.